Замечательная машина, достойная наследница традиций предыдущих моделей милевских вертолетов. Для повышения угловой живучести 1028 кабина летчика полностью бронирована. Остекление выдерживает даже прямое попадание пули 12,7 мм. Осколков 20 мм. Посмотрите, когда...
1400. Все прошло хорошо, вы же сами все видели. Присутствовали пилотажные группы «Стрижи», «Русские витязи», присутствовали «Соколы». Ну, все хорошо. Скажите, а вот в небе вы что видите? Как вас понимаете? Людей видите? Во время выступления людей не видим. Потому что мы смотрим на крыло впереди летящего вертолета. Поэтому... Но когда чувствуете, что вот на вас смотрят? Чувствуем, когда уже сядем и выйдем. Вот тогда вы все чувствуем. Какие элементы вы сегодня выполняли? Что делали? Боевые развороты, развороты на пикирование, виражи. Трудно было опять вспоминать, как летать на Ми-24 и пересаживаться вновь на Ми-24. Сложнее или без разницы? Ну, в данном случае без разницы. Салют. Потому что, ну, все на эмоциях. Поэтому с вертолета на вертолет прыгнул. Запустился и полетел. Скажите, а 25 лет, это уже солидный возраст или вы что, пацаны? Нет, для группы это уже солидный возраст. А почему это солидный возраст? Ну, 25 лет группе. Вы видели, сколько ветеранов? Это солидный возраст. 25 лет раньше служили просто в армии. Скажите, вот Виктор говорил, что когда летчики летают, ну, вот сегодня вот, что не очень нервничают, что вот даже потеют. Тут есть напряжение в момент? Но мы вылазим полностью мокрые с вертолета. Так же и истребители тоже самое. Почему? Ну, испытываем такие нагрузки просто-напросто. Хорошо. А как вы можете охарактеризовать нашего охотника? Хорошая машина. Ну, он по сравнению с 24-м. Ну, это же более современный комплекс, поэтому тут как бы оно в сравнении не идет. А сослуживцами будете как-то отвечать? Это чуть-чуть секрет. Ну,